Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Надя! Здравствуйте, ребята! Слышите, ветер дует? Давайте с ветерком поиграем. Ветерок проснулся, лобика коснулся и поглаживает, поглаживает. Ветерок проснулся, счетчик наших коснулся и поглаживает, поглаживает. Ветерок проснулся, ротика коснулся и поглаживает, поглаживает. И про зубки не забыл с язычком. Давайте маленько покусаем. Сильный ветер, да, поднялся? Да. Кажется, к нам кто-то прилетел. Посмотрите, ребята, кто это? Сова. Сова, правильно. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, сова. Я совушка-сова, умная голова. Я живу в лесу и очень люблю лесным жителям рассказывать сказки разные. Да вот беда, стала я сказки забывать. Что делать, не знаю. Совушка-сова, наши дети много сказок знают, правда, ребята? Да. Поможем совет запомнить сказки быстрее и лучше? Поможем? Да. А какую сказку мы будем рассказывать, совет? Мы сейчас же знаем. Соберите картинки. Саша, Миша, подходите к другому столу. Посмотрите, такой сильный ветер перепутал нам картинки. Давайте их соберем. Саша, подходи. Паша, собирай картинку. Сильный ветер, посмотрите. Хорошо собирайте, чтобы не разлетелись. Молодец. Так, Миша, давай вот так, чтобы тебе удобнее было. Так. Ну, у кого что получилось? Костя, что у тебя получилось? Лягушка. Саша, что у тебя получилось? Какая картинка? Бакет. Зайчик. Паша, кто у тебя? Мишка. А у тебя, Есения? Медведь. Медведь. Рома, у тебя кто? Волк. Волк. Миша, у тебя кто получился? Лиса. Лиса. Ребята, а как вы думаете, из какой сказки эти герои? Теремок. Правильно, Миша, терем-теремок. Сегодня мы будем тебе рассказывать сказку «Терем-теремок». Присаживайтесь на стульчике. Давайте вспомним, кто первый нашел теремок и какое было прозвище в этой сказке у этого животного. Кто первый теремок нашел? Мы. Мышка. Какое прозвище в этой сказке было у мышки? Мышка. Малушка. Следующий, кто нашел теремок? Лягушка. Бабушка. Правильно. Потом, кто теремок нашел? Заяц. Какое у него прозвище было в этой сказке? Зайчик, гайка. Дальше кто у нас? Лисичка. Лисичка? Сестричка. Правильно. Бачок, щелый бачок. Так. И? Медведь. А как у него прозвище в этой сказке было? Медведь косолапый. Угу. Садитесь. Красиво, ножки прямо, спины ровно. Медведь косолапый, правильно. А мы сейчас узнаем, мы с Совой сейчас все вместе расскажем эту сказку. Слушай, сова, внимательно. С помощью этих картинок мы тебе расскажем сказку. Итак, сказка и теремок. Теремок. Он не низок. Бежала мимо мышка-нарушка, увидела терем-теремок, остановилась и спрашивает: терем-теремок, кто в тереме живет? Никто не отвечает. Бежит мимо лягушка.
рассказывает. Терем, теремок. Жить. Стали они вдвоем жить. Скачет мимо зайчик-попрыгайщик. Увидел теремок, остановился и спрашивает: терем-теремок, кто в тебе живет? Я. Мышка-мышка. Я лягушка-смокушка. А ты кто? Я зайка-попрыгайка. Иди к нам жить. Стали они втроем жить. Шла мимо лисичка. Увидела теремок, остановилась и спрашивает. Терем, теремок, кто в тебе живет? Я. Мышка, мышка, я лягушка, кукушка, я зайчик, попугайчик. А я? Лисичка, сердечко. Иди к нам в теремок. Шел мимо. Волк, серый бочок. Бочок увидел теремок, остановился и спрашивает. Терем, теремок. Кто в тебе живет? Я мышка-мышка, я лягушка-лягушка, я зайчик-попугайчик, я лисичка-сестичка, а я волчок-серый бочок. Пустите меня! Пустили в терем, да, волка? Шел мимо кто? Услышал шум, остановился и спрашивает. Я буду.
увидела теремок? Теремок. Остановилась и спрашивала, кто в тереме живет? Я мышка-нарушка, я лягушка-глагушка, я зайчик-попрыгайчик, а я лисичка-рыжая-сестричка. Саяне. Четвером же. Молодец, Миша. Кто продолжит дальше? Видел теремок? И спрашивает, где теремок? Кто в тереме живет? Я Мишка на мушке, я лягушка, я зайчик-попрыгайчик, я лисичка-сестричка. А ты кто? Я волчок-собачок. Иди к нам же. Я. Стали они впятером же. Я. Шел мимо. Медведь косолапый увидел сказку про теремок и остановился и спрашивает. Терем, теремок, кто в тереме живет? Я мышка на ушко, я лягушка-квакушка, я зайка какая-то, я лисичка-сестричка, я волчок-щелочок. А ты кто? Я медведь. Ветка салапость. Так места мало в теремке. Медведь говорит. Тогда на крысу часу. Сел на крысу и влез на теремок. Угу. Недолго горевали звери. А что сделали? Построили новый теремок. Вот, построили новый теремок. Какие вы молодцы, ребята. Ну что, сова, понравилось тебе? Да. Ребята, какие вы все молодцы! Научили меня быстро запоминать сказку, а с картинками так интересно! Спасибо вам большое, но мне пора возвращаться в лес. Совушка-сова, умная голова, мы с ребятами дарим тебе вот такую табличку, которая поможет тебе рассказать сказку «Теремок» по картинке. Мы тебе ее дарим, чтобы ты рассказывала всем лесным зверям. Ну что, ребята, пора сове возвращаться в лес. Да. Давайте ей скажем до свидания. До свидания. До свидания, совушка-сова, умная голова.